Всем привет! Это рубрика «Фанатка». В прошлых выпусках мы обсудили работу администраторов, судей, инспекторов и делегатов. Все это важные и нужные люди, без которых не обойтись в большом футбольном мире. Но в рубрике «Фанатка» нельзя не поговорить о них, о футбольных фанатах. Именно они отвечают за атмосферу на матче и за настрой любимой команды. Традиция футбольных болельщиков зарождалась вместе с появлением футбола. Принято считать, что он появился в 1863 году. Тогда была организована первая ассоциация футбола и составлены правила, похожие на современные. Сейчас фанатский сектор – это отдельный вид искусства. Кричалки, которые именуются зарядами, придают сил каждому игроку, а душевные песни окрыляют команду. Все это с душой и трепетом подготавливают фанаты. Часто любовь, преданность и фантазия просто поражают воображение. Футбольные фанаты – это закрытая субкультура со своими правилами и традициями. На секторе плечом к плечу может оказаться студент, хулиган, диджей, топ-менеджер или многодетный отец. Но их всех объединяет кодекс фаната и подхватывает единый порыв любви к футболу. На этом у меня все. Пока!